Новая поддержка появилась у уссурийских бизнесменов. Общественная организация «Опора России» вошла в наш город, чтобы помогать предпринимателям. Например, в вопросах правовой защиты, помощи в привлечении финансирования, диалога с властью. Сейчас у нас появилась новая поддержка в лице «Опоры России», которая сделает, может быть, лучшие лифты между нами и предпринимателям, чтобы власть работала в одном ключе и помогала развитию бизнеса. «Опора России» работает в стране уже 15 лет. За эти годы по инициативе организации были приняты ряд федеральных законов. Например, о защите прав предпринимателей при проверках. Или введены двухлетние налоговые каникулы. Мы стараемся, наверное, индивидуальный подход каждому предпринимателю найти. То есть это, и еще раз повторюсь, мы за качественный состав, а не за количественный предприниматель. То есть мы не гонимся за количеством. Это раз. И второй момент, наверное, основной. То есть это выстраивание диалога между предпринимателями и властью, контрольно-надзорными органами. Общественная организация состоит исключительно из предпринимателей. Это позволяет улучшить бизнес-климат. Теперь и в нашем округе. В день открытия бизнесмены провели встречи за круглым столом, где обсудили важнейшие вопросы по поддержке предпринимательства. Екатерина Рехтина, Антон Войцеховский, Телемикс.